Всем привет! Сегодня буду готовить быстрое, пышное, воздушное творожное печенье к чаю. В мисочку отправляю сахар, одно яйцо, молоко, растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешаю. Добавляю творог, опять перемешиваю. Соду гашу уксусом и вливаю сюда же. Затем постепенно добавляю муку и замешиваю тесто. Тесто отправляю в холодильник минут на 15. По истечению этого времени достаю тесто из холодильника, делю его на две части и раскатываю. Вырезаю круглое печенье, для этого воспользуюсь стаканом. Печенька сверху по желанию еще можно присыпать сахаром. Отправляю в духовку на температуру 180 градусов примерно на 25 минут. Печенье готово, оно получается очень вкусное, нежное и воздушное. Ну а я с вами прощаюсь, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Готовьте на здоровье, пока-пока!